Стук поездов уносит боль. Но ведь вопрос извечен. Уметь прощать. А что это значит? Твой человек любимый дал тебе страдать. Не один, не три, а больше. Поступком, словом и так по кругу. Мне не сосчитать. В чем смысл обиды? Не знаю, нет его совсем. Есть выводы, они важней. И твой ушедший человек, оставив след, не будет ковырять те раны. Хотя бы потому, что нет охраны у сердца твоего. Слова любви еще ничто не значат. Их просто так сказать табу. Есть человек, который много значит. Будь добр, не убей его.